ловушка. Мое оружие начищено до блеска. Хочешь станцевать? Надеюсь, ты недавно мылся.
хорошо складываешь каэрны. Даже лучше меня. Да. А этот самый лучший, посвященный богам. Если прославишь их, они почтят тебя в ответ. Боги редко кого-то чтят. Хм. И не живут в мире. Им привычны зависть, гнев и даже безумие. Да, да. Они совершенны.
Расправь крылья, Сюрин. Лагерь Фарвида там, впереди. Грязно и холодно, все сходится. Провались ты в Нинунгагап, ублюдок! Я тебе не пес! Но все продолжаешь лаять. Нам достаются лишь объедки Хальфдана, как псам. Фарвид. А, Эйвор, дружище. Ну что, понравилось тебе в Донкастере? Не стал бы я его так называть, Фарвид. Этот ворон прилетает по зову Хальфдана. Мы с Хальфданом говорили. Что с того? Это наш бой, наша слава. Улетай, ворон. Дай мне нож, Фарвид. Щенка пора охолостить. Ульф, заткнись. Такие, как он, любят спорить. Хальфдан был щедр. Ты получил, что хотел? Если я помогу вам с пиктами, Хальфдан заключит со мной союз. Скажи, что мне делать, Фарвид? Пикты разграбили тот монастырь ради золота и серебра. У саксов церквей больше, чем хлевов, и целые стада монахов. Да, монастыри – лакомый кусок не только для нас. Пикты ушли на север. Мы их выследили. Знаю это место. Мы недавно его разграбили. А, так им достались объедки вашего пира. Я готов к бою. Пора убить их всех. Хальфдан прислал тебя сюда не ради боя, в котором мы победим шутя. Зачем ты здесь, Эйвор? Он сомневается в тебе. Боится, что ты ему не верен. Сомневается? Я сражался за него, убивал и чуть не умер, а он сомневается? У меня не было причин усомниться в тебе. Но Хальфдан, кажется, он осторожен. Осторожен? Он всегда был недоверчив, но теперь страх свел его с ума. Вперед, псы! Убьем пиктов! Берегитесь засад! Сидели бы лучше в Донкастере. Били бы сейчас мёд. Неся дозор, славы не снискать! Вперед! Пикты совсем рядом. Веди, и мы пойдем следом. Yeah.
Аладору все удалось. Славно сработало. Это пещера сквозная. Так пикты ходят под горой на ту сторону. Нам повезло. Ты выследишь их в пещере, а мы поймаем тех, кто попробует сбежать. Лучше бы вкусно ел дома, а не страдал чушью по эту сторону стены. Ха! Этой зимой пикты нашли себе союзников. Thank you.
Лагерь пиктов в Стенвиге. Я подслушал. Это к северу. Может, их вождь там. Даны, бежим! Догнать их! Они бегут в Стенвиге! Нас заметили! Беги же! Скорее! Мечники нашли нас! Ульф! Ульф! Слава Ульфу! Все. Воины Пикты к югу от стены. Плохо дело. Встретимся в Стенвиге. Нужно решить, что делать дальше.
Вот и вождь. Осталось убить его. С той стороны стены великанов, дружок. Собрался вести войну зимой? Глупец, он заговорил бы! У нас есть все, что нужно. Опять франское вино? Возьму пару бочонков. И вон то серебро. Ульф, это доля Хальфдена. Эйвар, ты как раз к разделу добычи. Возьми меда, если хочешь. Пикты в Магнисе. Все написано на карте. А, брат Волка умеет читать. Это какой-то ужасный сейт. Пикты подождут. Время делить добычу. Ты заслужил свою долю. Сражались мы, и добыча наша. Вся. А не Хальфдена, который греется в замке Саксов. Открой этот бочонок, пригубим вина. В честь победы. Вместе. Прости, это доля Хальфдена. Ты понимаешь. Ладно, пусть Хальфден получит свою долю. К йоту нам его. Ворон хочет вина, пусть получит. Открывай, Фарови. Раз ты так хочешь, выпьем проклятого вина. Кисловато, но не дурно. Мне больше по душе эль или мед с приправами. Вот отвары Мойры я бы пить не стал. Она зовет их целебными, но кто знает, что она туда добавляет. Мойра? Мы встречались на Перу. Травница с севера. Она вечно копошится в тени трона Хальфдена. Трон велик. Полагаю, все вы временами копошитесь рядом. Я понял. Хальфден думает, что я ему не верен, и ты ему вторишь. Сомневаешься во мне даже после боя, Эйвар? Дело не в сомнениях. Вы явно не доверяете друг другу. Я хочу, чтобы наш союз был крепок. Позволь мне убедить тебя. Я знаю, как нам победить в войне. До начала холодов. Магнис взять непросто. Но мы нападем с юга. Если поспешим, застанем пиктов врасплох. Если Хальфден не против, я готов помочь. Назови время и место. Нет, Хальфден не станет воевать зимой. Думает, это слишком опасно. Но мы можем победить еще до снегопадов. Он откажет нам, если узнает. Но если мы одержим победу, ты и я вместе, он будет восхвалять нас. Хорошо, сразимся. Клянусь клинком Сив, что не скажу Хальфдену. Славно! Славно! Мы победим! Мне придется вернуться в Донкастер, но грядущий бой я не пропущу. Принеси моему ярлу этот кубок. Он их любит. И скажи, что его доля скоро прибудет. Как только будешь готов, ищи меня в холмах близ Йорвика.
больше халютов. Пей мелкими глотками. Допей до конца. Да-да, спасибо тебе, Мойра. Можешь идти. От ее трав мой ум ненадолго проясняется. И давно она дает их тебе? Не тяни, Эйвор. Скажи, что смог узнать, какие вести с севера? Мы отбили удар пиктов, лишили их жизни и взяли добычу. Фаровид просил передать тебе это. Он насмехается! Фаровид мешает с ядом вино, что дарит мне. Эти кубки — злая шутка, насмешка! Мы нашли пару бочек черного франкского вина. Он сказал, что они для тебя. Я вынудил его открыть одну. Мы пили вместе, яда не было. Говори честно, Эйвор. Он что-то замышляет? Скрывает? Скажи мне хоть что-нибудь полезное! Пора выбрать между безумием и предательством. Между укусом змеи и дикого волка. Фаровид просил молчать, но Хальфдену нужна правда. Если не поберечься, лжи будет становиться все больше. Что-то ты долго молчишь, брат Волка. Фаровид задумал напасть на пиктов в крепости Магнис. Без тебя. Тщеславный, двуличный предатель! Когда? Скажи! Узнаю на нашей следующей встрече. Он ждет меня в холмах. Хорошо, иди. Смотри, слушай, раскрой его ложь. Найди ее. Лорд, если боишься яда, остерегайся всего. Даже отваров Мойры. Вздор! Мойра со мной уже давно. Она не колдунья. Она добра и... Можешь поговорить с ней и убедиться. Она живет в Донкастере, неподалеку отсюда. Если что узнаешь, я буду к северу от Донкастера. У моего лазутчика скверные вести. Ноге, Беонтон! Пойдем прогуляемся к храму. Надо поговорить с Мойрой про ее отвары для Хальфдена. Сёнин, укажи путь. Мойры здесь нет. Письмо из Вики. Значит, она ушла туда. Отправлюсь в Вики. За Мойрой.
деревня маленькая. Дом Мойры где-то здесь. Осмотр. Подстилка язычников! Прочь моего дома, негодяй! Что происходит? Отойди, Дан. В этом доме живет ведьма. Мы его подождем. Не ведьма, а лекарка Хальфдана. Так и знал. Порча и колдовство. Разойдитесь, живо! Или вам не поздоровится. Что это у нас тут? Мойра, пора идти, пока они не спалили твой дом. Я туда не выйду. Они схватят меня и сожгут на костре. Слушай, я вижу два выхода, но оба небезопасные. Так выбирай, только быстро. Я положусь на тебя. Я владею словом не хуже, чем оружием. Будет непросто, но я смогу их убедить. Тогда пойдем. Я за тобой. Расходитесь! Я отвечаю за эту женщину! И кто же наделил тебя властью в Нортумбрии? Я брат Волка, палач, воин вороньих жертв. Отступите, или ваши кости пойдут на подвески! Боже, не надо! Мы только защищали свои семьи! Пусть Хальфдан ее забирает! А теперь... оставьте ее в покое. Хоть один косой взгляд, и он станет последним. Мойра, уже можно идти. Мы в безопасности. Спасибо, Эйвор. Я безмерно благодарна. А если я попрошу тебя выпить отвар? То я выпью. Часто именно так и делаю. Чтобы убедиться, что он не слишком горек для Хальфдена. Когда ты сказала, что его не исцелить, его разум помрачен, верно? Боюсь, что да. Тот же недуг коснулся и моей матери. И тело, и ум постепенно иссыхают. Это ужасно. Ответь мне, Мойра. Твои отвары для Хальфдена. Что в них входит? О, состав непростой. Дай подумать. Лаванда, розмарин, таволга и тысячелистник. Обычные травы снимают боль. Мне нужно вернуться к Хальфдену. Он ждет меня в храме Бригантии. Говори с ним об этом осторожно, если решишься.
Что ты видишь? Здесь кто-то есть? Хальфдан, рад тебя видеть. А, воин вороньих жертв. Не шуми. Я иду по следу предателей, что скрылись здесь. Кто сказал тебе, что они где-то тут? Мой воин. Мы условились встретиться здесь, но я его не вижу. Осмотрись и скажи, если что-то найдешь. Эйвор, обыщи все выступы. Он может быть где-то наверху. Олаф, не молчи! Где же ты? Жив. Нужно отнести его вниз. Помоги! Я нашел его, но он при смерти. Олаф, бедный Олаф. Его похоронят с почестями. Иди по мосту, друг мой. Свидимся на той стороне. Бионтон выследит нападавших. Давай, мальчик. Хороший пес. За ними! Мальчик, зальем землю кровью! И кого ты подозреваешь в измене? Тех, кто украл мою добычу. Кажется, заброшено. Здесь точно кто? След обрывается, но тут никого. Здесь есть потайной ход. Может, они под землей? Отлично. Теперь поспеши. Трубы лопнули, потайной ход затопило. Даже творением римлян не устоять перед поцелуем богини зимы. Смотри, трубы уходят в эту стену. Может, за ней комнаты? Отлично. Теперь поспешим. Помоги мне! Эйвор, там что-то есть. Постой, мы найдем путь дальше.
Мастера римлян знали свое дело. Просторные украшенные залы и всюду эти трубы. Но римляне обезумели и исчезли так же, как их боги. Так сказано в книгах Мойры. А? Видишь? Вот и добыча! Моя! Меня обокрали! Повсюду враги, Эйвор! Везде тайны и заговоры! Но так у всех королей, ярлов. Твои земли велики и богаты. Решения, что я принимаю, меняют жизни тысяч людей. Это тяжкое бремя. Но я не сдался. Нет. Ты говорил с Мойрой. И что узнал? Она добра. Она не поднесла бы тебе яд по своей воле. Мойра видела такую хворь раньше. В своей семье. Этот недуг не спешит, но лекарства нет. Нет, это не болезнь. Меня отравили. Кто-то наверняка хочет меня отравить. Тихо. Слушай. Вот и воры, что украли мою добычу. Брат Волка и Хальфдан, как я рад! Выпейте с нами меда. Вы украли часть добычи. Мою долю. Мою по праву. Мы ничего не крали. Это все нам дал Фаравид за отвагу в бою. А Олафа вы убили в том же бою. Вашего брата по оружию. Он умер за эту добычу. Это был Олаф? Проклятие! Мы думали, он вор! Воры тут только те, кто пьет мой мед и растаскивает мое серебро! Вы! Трусы и предатели! Это наша доля, ярл! За победы и пролитую кровь! Эйвор, скажи ему! Они лишь взяли свое по праву. Вы предатели, но Эйвор считает, что вы достойны жалости. Я буду милостив. Верните мою добычу в Донкастер, и я забуду ваш проступок. Не могу. Это наша доля. Мы бились за нее, убивали, лили кровь. Если слава твоя, то пусть хоть добыча. Закрой пасть, пес! Меня вынудили. Обуздай свой страх, Хальфдан. Это отрава для ума. Их убил не я, а Фаравид. Он вынудил меня обманом и хитростью. Он... Ha ha ha!
Прости, мне жарко в этих мехах. Кажется, потеплело. У тебя встреча с Фаравидом. Верно говорю? Все верно. В холмах. Да, я знаю это место. На пути между Йорвиком и Пикерингой. Надави на него, Эйвор. Не жалей сил, не сдавайся. И узнай, замыслил он измену или нет. Предатели, воры, посмели. Они посмели. Мое по праву, да, да. Фаравид крыса.